Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающего русского физика и изобретателя Александра Попова. Спустя много лет медиаэксперты связывают будущее радио с цифровыми технологиями. Предполагается, что ключевую роль в индустрии станут играть гибридные устройства, сочетающие аудио, видео и текстовую информацию. В ногу со временем идет и радио Ненецкой ТРК. О своих достижениях и планах они поделились с нами, телевизионщиками. Добрый день, у микрофона Иван Никонов. Это его голос. Каждый день наринмарцы слышат на местной радиоволне. Иван Никонов в рядах радищиков всего 3 месяца, но уже успел влюбиться в свою работу, несмотря на все ее сложности. Я хотел освоить, на самом деле, новую профессию. Я всегда работал также с микрофоном, но у меня были зрители. А тут немножко по-другому все. Работаешь с микрофоном, но зрителей не видишь. И как бы я пришел и вести передачи, ну и читать новости. Самое сложное, это, конечно, было читать новости и писать новости. Я с этим никогда не сталкивался. Новости, радиопрограммы и прямые эфиры, а еще много работы, которая остается незамеченной радиослушателями. Недели уходят на разработку и претворение в жизнь новых проектов. Один из них – радиоспектакль к 70-летию Великой Победы. Мы, правда, делаем большой радиоэфир праздничный. Он будет выходить и на Дорожном радио, и на радио «Север-ФМ». Слушателям «Север-ФМ» повезет немножко больше, потому что у нас будет 2-часовой прямой эфир. Вообще вся сетка вещания будет очень праздничная. Будет очень много хорошей музыки именно военных лет. Ну и, конечно, скажем так, изюминкой нашего вечера этого будет радиоспектакль «Война не женское лицо» по мотивам произведения Алексеевич, очень известного. Выпуск в эфир готового материала – задача целой команды – корреспондент, редактор и звукорежиссер. Борис Зазуля в Ненецкой телерадиовещательной компании работает с момента ее основания. А за плечами Бориса множество проектов и программ. А сейчас основная его работа – раскрутка радио «Север-ФМ». То есть придумываем передачи, радиопередачи. Также занимаемся музыкальным оформлением радио. Это одежда, джинглы, лайнеры. Музыкальный формат радиостанции. Сейчас он приблизительный, но со временем мы полностью его скорректируем. То есть, чтобы всем слушателям была интересна музыка. И именно ту, которую они слушают, чтобы удовлетворить все вкусы людей. Кстати, «Север-ФМ» теперь доступен не только в сети интернет. Приложение можно загрузить в Play Market на смартфонах на базе Android. А в скором времени программа станет доступна и владельцам Apple. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».